Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Джек Шепард. Мы продолжаем играть в Fallout 3. И вы спросите, какого черта, Джек, что происходит? А я вам скажу. Они все на меня напали. Во-первых, напала на меня американская армия. Большинство из них мне пришлось убить. И сейчас я достреливаю последние патроны из пистолета, чтобы подзаработать еще немножко опыта. У меня почему-то, после того, как я... Погодите. После того, как я стал злым, так как американские солдаты на меня напали, мне пришлось всех прикончить, и они собирались на меня напасть. В общем, черт побери. После того, как они на меня напали, я почувствовал злым, и в диалоге с этим китайцем, ну сейчас у меня уже 10 этих сундуков на руках, после диалога с этим китайцем, он на красноречии почему-то был 34. И он сам себя не убил и начал сейчас бегать вот за мной. И теперь я думаю, когда у меня уже мало здоровья, надо бы его убивать таки. Но он очень живуч. Это самый живучий генерал в мире. Он потерял оружие. Чертов генеральшка. У меня есть снайперка. Да-да-да, два выстрела. Ну все, это ему конец. Да. Yeah. You like it? You like. Все, больше нельзя никого убить. Так, повышаем. Даже не знаю, красноречие, наверное, потому что как-то оно резко у меня упало. Что довольно-таки странно. Так, медицины нет смысла, взлом и так все хорошо. Взрывчатку, может быть. Да нет, давайте вот это все так оставим и поднимем бартер. Чтоб товары дешевле продавать. И интенсивная тренировка. Готово. Сила 5. При следующем получении уровня мы получим кучу всего интересного. Все в порядке, США, США. Да-да-да, мы все это слышали. Все замечательно. Сохранись только быстренько. Ух, ну блин, это было мощно. Американцы на меня напали, китайцы на меня напали. Отличная работа. Бла-бла-бла, все хорошо, вылазим. Это как в мультиках раньше. Кто помнит, ну допустим, идет 15 минут мультик, потом реклама, и потом последние, после рекламы последние секунд 10 мультика повторяют. Вот так и у нас с вами. Итак, мы, скорее всего, выкинем дурацкий нейрокостюм. Хотя нет, он 180 стоит, оставим. Силовой шлем изгоев. Хорошо. Мина. 0,5 вес. Лазерная винтовка, У вас есть торговец, а парни, чтобы я ему все запулил, потому что мне кажется, что я не унесу все, что тут есть. Я очень сильно боюсь не унести все, что тут есть. Так, погодите. Давайте на быстрые слоты все раскинем. Револьвер. Да не тут он был. Вот тут. Снайперка. Слева. Штурмовуха. Снизу слева. Охотничьего же нет. Лазерный пистолет, винтовка. Может, винтовку вот сюда. Дробовик справа. Пистолет-пулемет наверху. Наркоз, 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 наркоз у нас был снизу. Слева снайперку обратно. Ну и магнум. Все. Ну и опять придется сохраниться. Минус 12 патронов. Что за глюк? Так, ребята, я все сделал. Не знаю, зачем я взламывал двери. Гири 23. Чувак, 108 убежище. Вы что, твари, его убили, что ли? Они его пытали, а у него... Они пибо у него с руки...
Вот вы ж сволочи-то. Кастет. Ну, ясно понятно, что кастет тут не просто так. Блин, я пакет крови взял зачем? Так значит, сраный изгой. Ты посмотри. Погоди, погоди, погоди. Нет, нет, блин, да я не хочу его так тащить, я его хочу. Посмотреть, это кто это? Блин, мне просто показалось, что это смотритель, на какой-то Гэри. А... Ничего объяснить не хотите? Знаете, у меня сейчас очень большое желание всех убить. Да блин, опять пакет крови. Вот сволочуги. Я сюда металлолом скину. Ну то есть все, что по идее мне сейчас не очень нужно, но я потом за этим вернусь. Ну что ж, надеюсь, за этой дверью что-то стоящее. Вы такие сволочи. Ну, и чего ты ждешь? Открывай дверь. Не буду я ничего открывать. Я могу это не открывать и просто уйти. Вы же меня не убьете. Не срежете с руки, пип-бой. Или срежете. Вот уроды. Это просто, блин, нет слов. И от кого тут оборонялись? А, это отсюда мы пришли. Так, а походу я все-таки... Пусть стоят же тут, ничего не буду открывать им. Пошли в задницу. Уроды, изверги. Просто... Афи... Они руку ему... Они руку ему... Я не знаю, может я только впечатлительный. У вас какая реакция была, когда вот вы эту дверь открыли? Может вообще кто-то сейчас первый раз это увидел и понял, какие они сволот. Скамья. Не хочу сидеть на скамье. Не хочу ничего. Хочу уйти отсюда в мегатонну домой к себе. Коллекционные вещи закину, а те, которые... Ну ладно, не соврали. В любой момент можешь уйти. 108 убежище, значит. Мегатон. Не, ребята, у меня нет слов. Привет. Приятно видеть вас живым и в добром здравии.
Саму винтовку я одну продам. Так. Ладно, сейчас, в общем, сбегаем к Мойре. Сбегаем, металлолом отдадим. Не, ребята, у меня нет слов. И я думал, ему реально помощь нужна. Мы просто взяли и с руки его срезали. Магазин-то хоть работает еще, тоже поздновато. Так. Анас. Привет, Мойра. Ничего не выдолгать тебе. Так, на продажу. Итак, я все продал, купил, но решил вам это не показывать. Зря время-то тратить, зачем. Так, антирадиационных костюмов. Но они по-любому 30 будут. Защит. Я бы, наверное, купил один, чтобы там починить, но решил, что не стоит. И лаборатория. Зачем? Удачной так, ну охоты. Починишь чего-нибудь? Не-не, боевую броню я сам. Точнее, стоп, а давай ты ее починишь. О, привет. До 60%, остальное я сам. Давай. Вот. Так-то лучше. Еще бы руки голыми не были. Было вообще, по-моему, замечательно, да? Да будет цвет, сказал электрик. Может, гамму чуть побольше сделать? О, ты прям тут сразу. Металлолом. Забираю весь, который у меня есть. Отлично! Вообще, следующий металлолом я ему отдам за просто так. Потому что у меня теперь карма злая. Стоп, я же могу... Стойте. Точно? Так, не то дело. Вообще не то дело. Ждем. Сейчас я возьму, наконец, впервые за всю мою историю игры Fallout 3. Ну, то есть я всего-то два раза проходил. Или один. Я не помню. Но я там так основательно в нем бегал. Хотя многие места, как вы уже видели в прохождении в этом, я не видел вообще. Так, и где наш там наемник-то этот? По-моему, он у салуна должен где-то ходить. Либо дома, либо у салуна. Я его возьму с собой, пусть со мной бегает. Убьют, так убьют, я все равно скоро добрым стану. Вот, чтобы его себе в партнеру взять, надо быть злым. Ты все еще ряд. Здесь. Это ты вообще отстойник какой-то. Так, давайте вообще зайдем в салун. Что там у нас в салуне? Какие дела? Я понимаю, что все хотят, чтобы я уже открыл там. Но... О, приятель. Привет, братиш. Приятно тебя видеть. Мариарти совсем озверел за последнее время. Да не говори. Так, мне надо бы выпить. Разумеется. Стимуляторов. А давайте вискаря махнем. До новых. Блин, дети мои, вам это понравилось. За твое здоровье, Харри. Помните, даже не думай. Вам про Джеймса, парни из убежища. Привет, дед. Что такое лапу? Стоп, этого же нету сейчас парня-то. Мариарти же снаружи. Окей. Я знаю, что это карма плохо, но... Так вот, слушайте, сейчас мы узнаем, что там у него записано. Ты не трогайся, пацан, к Мариарти лозунг. У меня поздно пить чистую воду, когда почки отпали. Так, картотека. Джерика, 32 крышки, никчемный ублюдок, не способный даже вернуть долг. Док Чардж 14, Натан 8, Стокгольм 8. Местная. Джерико. Плохой мальчик, я знаю все о нем, и Дженни стал. Он пытался впихнуть ей ствол, а она орала нет. Ему повезло, что ствол не выстрелил, или весь клан Сталов встал бы на рога. Он думает, что тут царь горы гуляет по мегатоне, щеки дует. Если он попробует вести себя так со мной, я всем расскажу о случае с Дженни. Лео стал. Никогда не доверяй тому, кто подсел на химию. Это то, что я выучил, пытаясь иметь дело с этим уродцем. Он витает выше птиц в облаках и пытается задружиться с новой. Она слегка шлепнула его, когда он не расплатился. Хорошая девочка. Я чуть было не вышвырнул его, но он, пошатываясь, утащился сам. Этот парень может стать соломинкой, которая сломает хребет Энди. Энди стал.
Этот парень отдельно головная боль. Решится открыть гребаный бар в моем городе? Что за осел? Клянусь, это не просто так. Надо бы подумать, как подрезать ему крылышки. По крайней мере, у меня всегда есть мое секретное оружие. Ново. Лучшее развлечение в городе. Билли Крилл. По уши залитый ядер колы ублюдок, повсюду таскать свою маленькую дочку Мэгги, будто гордый папаша. Да, точно, нашел ее, она бродила по пустошам. Как же, поцелуй меня в жопу, бьюсь об заклад, старик Билли сам накормил родителей Мэгги свинцовой кашей, а потом добавил девчонку в свой... к своей коллекции трофеев в грибной яме, которую называют домом. Мне стоит за ним приглядывать. Док Чёрч. Чёрч думает, что он да нельзя крут, все бегут к нему, стоит ему занозить пальчик, и он заглатывает их крышки, как алкоголик виски. Если бы люди только знали, что он был врачом работорговцев в Paradise Falls, они бы мгновенно выкинули нашего крутого парня из города. Но я думаю, приберегу-ка я этот камушек в кармане, вдруг пригодится. Офигеть. Пришлый. Мистер Бёрк. Парень тут еще извращенец. Как-то протираю я стойку, и этот мерзавец появляется будто ниоткуда. Я даже не слышал, как дверь открылась. Он рассказывает мне, что ждет, когда сюда заявится какой-нибудь типа оппортунист. И ладно, пока он заплатит за выпивку, может оставаться тут, пока эта чертова бомба не взорвется, меня это мало трогает. Джеймс, убежишь 101. Итак, из ниоткуда Джеймс вернулся в Мегатону. Поскольку он бывал здесь раньше, то спросил меня, где к чертям собачьим он может узнать, каков расклад и что сейчас происходит на свете. Я рассказал ему о радиостанции Носителей Галактики в руинах округа Колумбия. И там парни по прозвищу Dark Knight. И он опять ушел, как в тот раз. Я помню, как он появился тут впервые, да... То было почти 20 лет назад. Я никогда не думал, что найдется кто-то, кому захочется или тем более удастся попасть в убежище, но у него, видно, были свои причины. Он был с ребенком, младенцем, который орал, не переставая. В обычных обстоятельствах я бы просто вышвырнул их из заведения, но он умел находить нужные слова. И вот он ныряет в убежище и пропадает почти на 20 лет. Думаю, это неплохой парень, правда, он не расположен тратить крышки. Ну, хоть так. Что у тебя в шкафу, интересно? Пароль Мориарти. От компьютера, да? Блин. Вовремя. Lots of cups. Ну, поздно, я уже взломал. Харри, ты ничего не видел? Ну-ка, может, я могу что-то рассказать? Про то, что Мориарти нашел? Нет. Доброе утро. Так, может, Нови? Слушай. Нет. Я не могу эту информацию, что мне никому рассказать. Ты все еще здесь. Я все знаю, все твои секреты теперь. И не только твои. Там Билли Крилла. Не он мне нужен. Женский туалет, тем более. Ты кто? Майя. Привет, чужак. Меня зовут. Если тебе нужна помощь, то лучше спроси меня. А Натана ни о чем не проси, он только и может что целыми днями трепать. Это я знаю, да, слышал. Так, мне пора идти. Вот дом Джерика. Интересно, он сам дома? Джерика. Нет, нет. И где же мне тебя искать? Мы с ним соседи почти. Хорошо. Да, ваши страдания закончились. Да? Их смоет ад. Ну так что? Атомное сияние и огонь его великолепия навсегда выжжет их из вас. Где Джерико? Шериф. Да. Счастливо. А, 100. А у меня сколько навык? По-моему, 90 с чем-то. Где ж ты был, Джерика? Вроде это не он. Ничего не пойму. Куда он делся?
Ну, не, не вижу. А можно как-то к Стокгольму вообще подняться? Интересно мне знать. Так, ну и что? Где Джерико? Взял его себе напарники, как же? Ну, давайте попробуем подождать тут. Ну да. Во сколько он припрется домой? Ну, к ночи точно должен быть. И скажет, типа, ты что забыл в моем доме? В общем-то, игра снова вылетела. Я нашел Джерика, взял его с собой. Насчет еще монет попросил. Точнее, крышек. А мы теперь отправляемся открывать бункер. Я, правда, его с собой взял, думал, он тут будет. Ну, чтобы не страшно было. Но его оставили за бортом. Итак, открыть замок. Вот на этом моменте игра вылетела у меня. Конец записи не сохранился. Что это? Утепленная силовая броня и шлем. Гранатометный выстрел. Электронные заряды. Смотрел, винтовка Гаусса. Огнемет. Я в раю. Я попал в рай. То есть, вы же сказали, вроде как делимся, но я вот это все забираю. Мамин ежик. И костюм ниндзя этих есть. Так плевать, что я не могу бегать. Я буду ходить медленно и карать всех. С ума сойти. Ладно, против пехотный вот импульсный я бы взял. Сорок пять защита. Огонь по моей цели, изгои. Какого? А чё не помесляют? То есть все-таки подстава, да? Огонь по моей цели. Сдурела, что ли, совсем? Вот так вот, значит, помогаем, да? Сейчас я вас быстро... Я все равно вас хотел порешать. И я это сделаю. Я же убил. Почему мало АД? Они же восстанавливаются. Ну вас нафиг, а. И без пушки так клёво, да? А почему ты с ними дерешься? Это ж твои. Ничего не пойму. Эта дура им заорала, типа. Мочите его. Они начали меня мочить и... В чем дело? Так. Во-первых. Чиним все. Китайская стелс-броня. Такие леггинсы. Еще со шлемом с этим. Ну это, конечно, да, это упорот.
Силовая броня мощна, но не для меня, наверное. Плюс я в ней только ходить могу. Так что берем китайскую стелс. Еще и шлем можно поверх одеть. Ладно, пусть будем вот так выглядеть глупо, мы все равно на себя не смотрим ведь. Это окей. Дальше, оружие. Лазерная винтовочка починим. Там вроде бы еще что-то. А, нет, все, я только ее-то и брал. Я на 288 взял. Это, конечно, много. Чересчур, я бы даже сказал. Так, сохранимся. Че, о чем мы с вами можем поговорить? Я иду так медленно. Хотя, может, я могу бегать в силовой броне, это потому что у меня сейчас перевес, я ничего сделать не могу. Ничего сказать не хотите? Мы всем тебе обязаны. Если бы не ты, Сибли одержал бы верх. Мы тут еще будем некоторое время, пока... Может, ты... Не... Да ладно. Семья. Приятно тебя тут видеть. В обычных обстоятельствах мне такое и в голову не пришло бы. Но если бы не ты... То есть они вас типа заточили, держали или что? Я ничего не пойму. Не буду я все чинить. Я могу вам что-нибудь продать. Я вам что-нибудь продал. Потому что я все это на себе не унесу, господи-то. Ладно, идем. Идем, спешим. Блин. В общем, давайте так. Я сейчас запись переостановлю. Джерика скину всякие вещи. О, тут еще куда-то можешь сходить. Ну да, да. Отличная идея, Джек, да. Когда ты идешь еле-еле, пойти в какую-то дверь, непонятно. Что там? Ой. Что это? Чистящее средство, целая куча. Замурованные люди. Ну все не так просто было, да, с этими изгоями. Двое-то в итоге нормальными оказались, а те трое. Полным отстоем. Даже четверо. Четырех же мы убили. Ладно, уходим. А, как черепахи. Печально. И быстрое путешествие мне, да, недоступно сейчас пока. Перевес такой. Вот и Джерика. Да? Ладно, гони все, что есть. С радостью. Все это... Так, винтовку Гаусса оставлю. Гранатомет тебе скину. Бери гранатомет. Теперь ты будешь им гасить, наверное, если ты бы продолжал с ним бегать. Дальше миниган, огнемет. Что еще? Силовую броню изгоев. Шлем у меня останется, но все остальное я сам могу носить. Офигеть, он в силовой броне. Братиш. Да мы с тобой теперь вообще всех порвем. Я в леггинсах, ты в силовой броне. Шикарно. А я даже продавать ее не буду, пусть на нем останется. Так, мегатонна. Ему как раз такая силовая броня окровавленная подходит. Просто как никому другому. Так, Мойра. Нам нужно кое-что тебе продать. Плюс из мегатона выйдем, торговцы продадим. Чтобы крышек собрать, потому что... Ну вот ладно, повезло тебе, что ты 1000 крышек этих отбил, Джерик. Мойра. Она... Погоди. Так. Я не знаю, хватит ей крышек, нет. Боевая броня как тебе. Что вот мне с ней делать? 25 весит. Ну не, я, наверное, ее больше не буду одевать. Гаусса не продам, гранатометные выстрелы. Хотя мина это очень неплоха. Лазерная винтовка. У меня с лазерным оружием плохо, поэтому я ее продам. Стоп, 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 стоп.
Так, я ей отдаю вот это все. Она мне отдает. Музыкальный автомат, наверное, еще. Я не знаю, что мне. Автомат с сидерковой стоит, да. Я ей должен сейчас 2000 крышек заплатить, да? Но я делаю как? Я продаю винтовку. Продаю вот это. Продаю противопехотную мину. Ядерный выстрел. Да тоже, наверное, продаю, у меня их так много. Ядерные заряды. Так, что еще? И в итоге я только 145 крышек должен. О, это будет не быстро. В общем, все доделаю и вернусь. Так, все, продал и принять. Бумс, 2800 крышек у нас, у нее 64. И все очень неплохо получилось в итоге. Да, детка. Ладно, гони все, что есть. То есть, я так понимаю, я ему должен не это, ну могу. Ладно, точнее, гони все, что не отдавать есть. Патроны или все-таки должен отдавать их? Теперь этот псих будет полным. Слушай, психом больным. Погоди, погоди. Продам тебе гранатомет. Да ладно, ты за 64 крышки все. Сойдет. Вот этим. Вот с этим парнем я готов рейцить и отправляться. Без проблем каких-либо. Так, задание мы выполнили это. Теперь. Полный архив библиотеки, 30 бутылок, картон 30. Сколько у меня веса? А, броню скинуть на силовую. Не знаю, мне больше это нравится. Она плюс 6 стелса мне добавляет. Ну не, я в этой могу бегать. И она белая такая. Клевая. Но у нас уже есть такой один псих-монстр. Хорошо. Пибов я не находил вроде бы. Квантовый ядерко я разу сюда скидываю? Походу да. 15, а тут сколько? Еще 4 надо найти. Еще. Окей. Так. Ну, до Ревит-Сити тут. Нифига так идти. Давайте сгоняем таки в библиотеку. Наверное, от Бейлис Кроссроудс мы сможем туда попасть. Я вот не уверен. Но вообще, я даже не знаю, сколько времени цель идет. Наверное, мы сейчас с вами здесь... А нет, надо от аванпоста изгоев как раз пилить. Наверное, мы с вами здесь сейчас закончим. А теперь мне показывают пилить метро. То есть, окей, это имеет много смысла. В общем, мы с вами здесь закончим сейчас. Да. А увидимся уже в следующей серии. Большое спасибо за просмотр. С вами был Джек Шепард и счастливо. Cold.